I have a store for you to see these kids. Thank you.
переводчик на иврит. Потому что здесь у нас присутствует и директор музея. Я бы хотела, чтобы кто-то... Федя, иди скорее переведи меня. Привет. Мой сын Федя, он будет переводить все, что я скажу, на иврит. Я очень рада, что музей дал вам возможность работать здесь в русском языке. Мне очень стыдно, что мой сын говорит на иврите, он должен переводить все, что я говорю по-русски. Но тем не менее, я хочу сказать вам, что за год работы с детьми мы, по-моему, очень продвинулись. בכל זאת אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מאוד התקדמנו בתוך השנה הזאת. Мне кажется, что то, что мы находимся внутри израильского музея, дает детям пережить иногда бедственное положение гораздо легче. Это מעניין, что אנחנו כאן במוזיאון ישראל עוזר לילדים להתמודד עם המצב שהם נמצאים בו, לפעמים מצב קשה. Я очень люблю всех детей. У меня нет возможности каждого отдельно сегодня поздравить. אני מאוד אוהב את כל הילדים, אין לי אפשרות לאחל, להגיד מזל טוב לכל הילדים. Тем не менее, у меня есть подарки для детей, у которых день рождения. אבל יש לי מתנות לאלה שיש להם יום הולדת. И для всех детей очень маленькие подарки, которыми мы занимались в этом году. וגם מתנות קטנות לכל הילדים, מתנות ממה שעשינו השנה. Я очень-очень рада, что вы все пришли. Вот смеха, שבאתם כולכם. И сейчас мы увидим наше театрализованное представление, а потом все могут, так сказать, пить, есть и смотреть картинки дальше. עכשיו נראה הצגה театралית, ואחר כך נוכל לאכול, לשתות ולראות את התמונות. Спасибо большое. Да. Эти маленькие дети вышли. Они не должны быть. Они будут вот эти маленькие. Это лишнее, что ли? Да. Мы спали за день. פעם אחת קראנו ספר לשלושה חוזרים וזאב. Они пели. Не боимся мы волка, не боимся мы волка. Так далее. Не страшно. Ахар кахима архам ала авода вивана амра. Потом мама пошла на работу и Валя сказала. Как нас бывает, мы с наших израним. Пойдем сделаем домик, как у трех поросят. Кахима! Она как бы автор этого всего. Ну, сюда, назад. Шаг назад. Ну, это просто. Там потом все есть на Дубае. Как хорошо, что у нас есть дом. Она в доме на губку. Мы всегда будем здесь жить. Во имя его Зефа Бога, нас мы не говорим. И если придет חבל שאין לנו בבית חלונות חושך גדול. את רואה אותי? לא. אתה מבין אותי? אני גם לא. אתה מבין? אתה מבין?
цифру не хотят. Уже лето будет жалко. Мишу, это фаса ты поведешь. Ну ты смотри мне. У нас есть эльфа форм. Может это зерфор? Они пухеды. Ой, я боюсь. Артисты. Лянча мафахат. Может это фаса ты поведешь. Я не хотите задать. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, вегамкин, кальбактана и маленькую собачонку. Чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Бетанки, папа, там не дом останется. И маленькая собачка. Там не дом. Метан мы им для корон. Вещи везут на бюро. Под хим везорки. Геверет срекала Арина. Дама должна поднимать вещи в открытый вагон. Мухан, метан, месудар. Готово, уложен багаж. Лонахон, зеленый судар. Нет, это не уложено. Месадер, беседер. Нормально, бери. Диван, чемодан, саквояж, корзина, картина, картонка и маленькая собачка. Ту-ту! Ту-ту! А валькшена саха корон, бархах кальбами холон. Но только раздался звонок, драл из вагона щенок. Ту-ту! Кипсу бетахана.
кат. Хватились на станции дно. Знакомый нам кат! Потеряно место одно! Да пахаться принято. Господи, считают багаж. Воронки, вода, вода, сапа, ресторан. Испуги считают багаж. Диван, чемодан, циквояж, картина, корзина, картонка. Работай! Эй, фуага, кальба! Работай! Эй, фуага, кальба! Что делаешь? Товарищ, где собачонка? Питон. Альят. Хана. Вдруг видят, стоит у колес. Ну и кальба гдуна. Огромный взъерошенный пес. Thank you.
Стоит мужчина полный важности. Нет. Важность. Я государство вижу статуей. Да, стоит. Да, да. Мужчина полный важности. Нет. Нет. Нет, нет, нет. У меня нет ни одной сигареты. Я что, у тебя нет? А где Мишка? Мы хотели с ним ехать в этот самый культурный центр. В общем, под фидовым листочком спрятаны огромные генки. Мелыч, мы на хату, 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 на Гриша! Почему Гриша плачет? Гриша! Яни, прекрати беситься! Слушай, а вот здесь ты мне объясни. Поленился? Почему? А что тебе с дипломом? Подождите. Слушайте, в этот аппарат. Куда вы делаете? Вот так вообще. Я же шучу. Без пенсии. Давайте я вам раз дам. Раз. Да. Джон, Саш, меня не сори. Елена. Я вижу, как встретил. Откуда? Не обращаешь. Что ты здесь? Ну-ка. Нет, это очень близко. Мама, знаешь, что ты здесь? А? Подожди, подожди. Мама, знаешь, что ты здесь? От чего? Да от чего? От позора. От черного козла. Яля, Аля, Аля, стоп. Вы и Яник, вы едете вместе с Леной, с маленьким Гришей, Женей и его мамой домой. Ты тоже. Понятно? А я не Женя. Давай Ляна. Прекрасно. Женя мальчик, а вы Женя девочка. А? Подойди по этому поводу к маме. Ну.
нельзя ребенка снять? Пожалуйста, конечно. А потом мы с вами же не встретимся. Конечно, конечно. Замечательно. Смотри. Автора. Папа! Что, да? Папа! Папа! Женечка, отойди, пожалуйста, оттуда. Вот, 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 вот. Молодец. Сейчас мы как крупно снимем. Вот. Так, 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 так. Я снимаю экономерку. И когда я скажу, что... Переписывать. Ребенка целиком своего заняли на фоне работы. Мы с приедем будем кататься. Ой, надо Лену срочно забрать. Она все Видео? Вот прямо хоть час, но нет. Гриша. Тань, тебя я снял, теперь буду работы снимать, хорошо? Я приехала, я хочу продолжать. Ну-ка на меня.